прозвучала композиция под названием «Эйфория». И создатель этой музыки сегодня в нашей студии – композитор, пианист Владимир Титов и Виталий Тимофеевич Семенов, профессор кафедры фортепиано СГИК. Рада вас приветствовать в Международный день музыки в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Да, вас с праздником в первую очередь. Спасибо. Людей, горячо преданных музыке, и вот даже создающих какие-то новые направления, новые движения, людей, которых заботит именно глубина в музыке, духовная основа. Я, насколько поняла, вот основой вот этого вашего нового направления инспиризма как раз является погружение в дух человеческий, да? Но я думаю, вы сами об этом обо всем расскажете. Но прежде, наверное, стоит рассказать о той встрече с самарцами, которая просто на днях произошла. Виталий Тимофеевич, организатор, вам слово. С удовольствием. В среду 29-го в актовом зале Самарского государственного института культуры состоялся авторский вечер Владимира Викторовича, на котором он исполнил и произведения, уже звучавшие у нас здесь в Самаре, и новые сочинения. Ну а музыку Владимира Викторовича мы знаем давно. Еще в 2004 году, когда он учился в стенах Академии, была написана виртуознейшая каденция к фантазии Сергея Жилина на тему Гершвина «Летняя пора». И с тех пор это произведение звучит в исполнении самарских пианистов с 2004 года. Ну а дальше были конкурсы здесь у нас в городе, которые проводили Центр эстетического воспитания, другие организации. И произведение Владимира Викторовича «Любимый». Игра «Сверкающего дождя» – это один из самых хитов, которые звучат постоянно. Ну а дальше вышли сборники сочинений Владимира Викторовича, мы с ними знакомы. Вот. И в 2017 году состоялся концерт, в котором в институте, пожалуй, впервые, наверное, были исполнены практически все к тому времени написанные произведения композитором в исполнении студентов и выпускников института. Вот это было замечательное событие, и с тех пор осталась такая у нас и дружба, и взаимопонимание. Поэтому, когда вышли новые произведения, когда появилась возможность провести авторский концерт с исполнением всех произведений композитором, и мы, конечно, постарались это сделать. И то, что случилось у нас в среду, для нас, для всех, счастье. Потому что мы не только услышали музыку из первых рук, мы не только в реальности познакомились с новой направленностью в искусстве, которую декларирует Владимир Викторович, мы все просто по-человечески были в этот вечер счастливы от того, что музыка, которую мы услышали, греет, наполняет, делает добрее, счастливее. Вот. И мы очень рады, когда пианист, имеющий академическое образование, умеет найти дорожку к людям самой широкой подготовленности. После концерта подходили бабушки, наши завсегдатаи, подходили люди совсем не музыкальных профессий, и все они благодарили, все они ценили вот тот действительно великий вклад, который Владимир Викторович вносит не просто в пропаганду академической музыки, он вносит в жизнь. Потому что музыка, мы знаем давно, это не украшение жизни, это ее потребность. И вот когда это осознается как потребность, ну что может быть лучше для композитора? Владимир, но все-таки мы заинтриговали наших слушателей именно вот этим вашим новым направлением, инспиризмом. Виталий Тимофеевич вас представляет как академического, прежде всего, музыканта. И в то же время это какое-то современное такое звучание, да? Расскажите подробнее, как это рождалось? Ну, я получил академическое образование. Я учился в музыкальной школе в Новокуйбышевске, где я родился. Потом учился в музыкальном училище имени Шаталова в Самаре. И потом учился и закончил Нижегородскую консерваторию. А еще между этим я один год поучился в СГАКе. Раньше был в СГАКе, сейчас СГИК, Самарский институт культуры. И учился у Дмитрия Дятлова. И вот у Виталия Тимофеевича тоже я учился.
Вот. В общем, я получил профессиональное, именно академическое образование как пианист. И поэтому всю музыку, прежде всего академическую, я, ну, как бы через себя пропускал всю жизнь. Вот. А ну, писать сами когда начали произведения? Где-то в 10 лет в музыкальной школе там я уже начал участвовать в конкурсах композиции, которые, кстати, проходили и в Самаре тоже потом. Вот, ну и потихоньку все везде. В принципе, где я был, там и я и участвовал в разных мероприятиях, конкурсы, концерты, фестивали. Но не только с академической музыкой моя жизнь связана. В принципе, вся музыка, которая есть, которая была написана и которая сейчас рождается, меня интересует, очень, очень интересует. И джаз, и рок, и поп-музыка хорошая, и народная музыка, и что-то не поддающееся какому-то ну, описанию, что-то звуковое меня тоже может интересовать. Например, пение птиц тоже. Вот. И я это тоже могу как-то... И шелест волн. Да. И звук трамвая. Да. Приспособить свое творчество. Помешивание ложечкой. Да. Кофе утреннего, например. Ну, кстати, у меня одна... Мне напомнили ассоциацию одной моей знакомой, которая однажды... У нее пригорела сковородка, она ее чистила. И говорит, я вот чищу сковородку, мою, и вдруг я слышу танец с саблями. Откуда? Та-да-да-да-да-да-та. А на самом деле это у нас действительно заложено. Я вспоминаю, мне, когда сыну было 3 года, и вот эти звуки на кухне он воспринимал именно как-то ритмически. Он начинал приседать там под звук трущейся морковки и вот какие-то совершал телодвижения. Ну, отлично, да. Можно творческий подход везде проявлять в любой бытовой ситуации, конечно. Да, ну, и вот сейчас просто такое время, 21 век, новое тысячелетие. Да, все глобально, все пути открыты нам, все границы как бы стерты. Да. Нам все доступно, любая музыка. У нас уже такой музыкальный багаж за все эти столетия накоплен, и он не устаревает. Но оно добавляется. И вот этот комплекс, как сказать, его невозможно как-то отделить, что-то важно, что-то не важно, все важно. Все важно, да. Но при этом вы говорите о кризисе в сфере культуры и искусств. Вот я вот уже обращаюсь к вашей статье, как раз посвященной этому инспиризму. В связи с тем, что сейчас интернет возник у нас, это с одной стороны хорошо, с другой стороны не всегда хорошо, смотря кто как этим инструментом может пользоваться. Это как огромный мегафон, который может твои слова, ну, мысли, чувства транслировать на, ну, во Вселенную, усиливая то, что ты посылаешь. И так как это внезапно на людей свалилось, вот эта возможность себя проявить, соответственно, все, конечно, радостно с нее схватились, эту возможность, и стали транслировать без разбора все. Ну, люди как-то, может быть, немножко растерялись от такой власти, так сказать, да, над ситуацией. И поэтому вдруг внезапно пространство нашей жизни заполнилось всем, и хорошим, и нехорошим. Но дело в том, что так как не было никакой цензуры. Идеология не давлеет над нами, никакой цензуры, не показывает нам образцы вот эти вот, слушайте это хорошо, а остальное не очень. Да, поэтому те люди, у которых, может быть, недостаточно таланта, но очень много, так сказать, вот пронырливости, что ли, они смогли... залезть в топы. Да. А те люди, которые что-то делают стоящее, им не до этого, чтобы, ну, поспевать за вот этим... Массовая культура подавляет вот это высокое тем, как, искусство. Чтобы, ну, в общем, люди, которые талантливы, я просто знаю, что они настолько, как бы, в своем искусстве об этом, ну, концентрируются на этом, им некогда подумать, это, да, как это можно продвинуть, да. Поэтому сейчас огромный дисбаланс произошел в плане
негатива и позитива. Еще вы говорите, что и понятие творить подменяется понятием производить. Да, ну что вот, например, вы подразумеваете под этим? Ну, например, вот фильмы, да, музыка к фильмам. Сейчас все шаблонно. Все фильмы похожи друг на друга. И часто их ни от рекламы не отличишь. Мало души, мало авторского стиля какого-то. Да, все одинаковое, серое. И музыка, которая требуется для фильмов, тоже регламентируется для композиторов. Это как-то все безлико, серо, скучно. Вот. И я думаю, что сейчас уже какое-то время уже прошло, люди насладились вот этой возможностью, но они, по-моему, переели уже вот этого безликого, серого или негативного, и уже хотят чего-то настоящего обратно. Мне кажется, сейчас должен маятник обратно возвращаться. Mm-hmm. Виталий Тимофеевич, вы согласны? У вас какой-то есть взгляд на эти вещи, современные процессы? Да, конечно, перенасыщенность вот нашей окружающей среды. С одной стороны, когда всего много, есть из чего выбрать, но это же надо уметь выбраться. Поэтому я согласен с Владимиром Викторовичем в отношении того, что должен быть какой-то отбор. Вот, он, наверное, совершается самой жизнью. Вот, и этот отбор совершают слушатели. Вот когда они после концерта выносят впечатление. А должен ли быть тут какой-то контроль все-таки извне, со стороны? Ну, когда хулиганство прямое, конечно. Да. Когда это ложится вообще каким-то черным пятном, а вокруг дети, конечно, это недопустимо. А вот в области творчества, ведь грани-то тут размыты, и не сразу поймешь, где просто простой повтор, где тираж. Просто был у нас опыт этих комиссий, да, которые запрещали, не поняв, не разобравшись. Да, и знаем мы, кто в этих комиссиях зачастую сидит. Совершенно верно. Поэтому мы полагаем, конечно, что творчество возьмет верх над тиражом и безликостью. Но и тем не менее, все-таки те, кто этим занимается, они должны, мне кажется, занимать активную позицию. И вот та позиция, которую занимает композитор Титов, мне кажется, она очень характерна. Почему? Потому что вот эта направленность творчества вкладывать в душу лучшее, вклад делиться со слушателями то, что тебе дорого, то, что для тебя составляет суть. Люди это понимают сразу. И вот тогда, мне кажется, и возникает и потребность, и необходимость продолжения общения. Вот когда мы сейчас готовились к нашему эфиру, у нас уже возник следующий проект. Замечательно. Будем надеяться, что у нас существует. Поэтому я думаю, что, конечно же, вот это все совершается естественно. Надо давать, надо только способствовать этому. И я вот могу сказать, мне кажется, в последнее время в культурной жизни Самарской губернии произошли заметные подвижки. Мы это и видим и в оформлении нашего города. Чудесные скверы, замечательные концертные программы, уникальные фестивали. Это же все стоит средств. Это все требует поддержки, и она есть. Вот поэтому, мне кажется, мы этому рады и горды. И вот когда мы задумываемся о том, что является достоянием губернии, это не только Пестравский кефир. Это еще и такие люди неповторимые, которые несут в себе искреннее, доброе. Пестравский кефир и жигулевское пиво. Да-да-да. Это наши фирменные. Как же это всем нравится. Но это как бы вот какой-то такой бытовой уровень. Верно? А вот в области духовного здесь труднее разобраться и труднее поддержать. Так вот я свой голос возвышаю за новокубышевского музыканта города, то есть музыканты из того города, который очень многое дал, да, для известности Самарской области вообще, для нашей обороноспособности нашей страны. В Новокубышевске ваше детство прошло, да, получается? Да. Есть какой-то особый менталитет, что-то отложило вот свой отпечаток на ваше развитие, становление? Вообще человека? Самарский менталитет, наверное. Промышленный все-таки город. А, ну, я как-то без
Я проще отношусь к каким-то бытовым делам. То есть вы всю жизнь в музыке пребываете в своем измерении? Нет, я, как сказать, я своим родителям всегда помогал во всех бытовых делах, там, в плане в детстве, там, уборка квартиры или работа на даче, мне это не чуждо, какие-то вот такие вещи, вот, но я хочу сказать, что вообще самарский менталитет, наверное, и существует. Потому что я вот встречаюсь с людьми уже в Москве, которые родом из Самарской области или где-то еще, которые много чего добились и могли бы возгордиться, например, да, или как-то забыть о том, где они родились. Но они помнят и какие-то вот такие высокие человеческие качества в них остаются. Вот то, что здесь заложено, здесь вообще место силы в Самаре, в Волге. Это и многие об этом говорят, кто здесь бывает. Вот Мацуев бывал тут, вот он проплывал по Волге, говорит, здесь невероятная энергетика. Да. И Петр Первый здесь бывал, да? И кого вот. Здесь только да. не было. Здесь люди пропитанной вот этой мощной энергетикой. Кстати, название вот стиля нашего как раз и родилось на Волге, кстати. Вот, вот это, наверное, озарение. Какая-то романтическая еще история, поскольку мистическо-романтическая, вы, я бы сказал. С супругой, да. тоже да. бывшей студенткой музыкального училища. Мы выпускницей. Вообще, в принципе, музыка-то она создавалась давно уже, но почему родилось это слово? Потому что люди слушали музыку в интернете чаще и говорили мне, писали, ну, в восторге, и писали еще, что это похоже вот на то, но есть что-то свое. Другие пишут, нет, это похоже на это, но есть что-то свое. Вот что свое? Хотелось как-то конкретизировать, уточнить и для людей, и для себя тоже. И вот мы долго-долго думали, рассуждали, что же это свое такое. Ведь познать себя, это ведь надо познать себя, чтобы понять, что это сложно. Вот. И вот в 2018 году, в ночь с 27 на 28 июля строили спиритический сеанс. Нет. И вызвали дух великого. Произошло космическое событие. Было лунное затмение и одновременно противостояние Марса. Близко к Земле он был. И такое было последний раз в 1830 году. Вот. И где-то мы прочитали, что вот это, ну, это было видно в разных странах, в общем, что это событие может повлиять на людей искусства таким образом, что как-то этот день может перевернуть, изменить жизнь человека, который занимается искусством. Очень серьезно. И в этот день мы утром пошли на пляж на Волге просто отдыхать рано утром, в 6 утра, когда была такая благодатная погода, еще не жарко, никого нет, красота. Вот эта безмолвная Волга, как зеркало, и восход солнца. И слово за слово, мы шли, я говорю, ну что же может сегодня такого произойти, что прямо изменит мою жизнь? Обычный летний день, вот. И в ходе разговора мы что-то разговаривали со Светланой и начали опять обсуждение вот этой темы. Как же, что же это свое в музыке есть, присутствует? Надо как-то это назвать, обозначить. Вот. И долго искали слово, которое максимально точно подойдет под вот эти ощущения, которые вызываются музыкой и процессом творчества. И в итоге, где-то через 2 часа, где-то в районе 8 утра, когда солнце сходило, и была такая солнечная дорожка, причем она как-то интересно очень переливалась каким-то фиолетовым блеском, как, вы знаете, новогодняя мишура. Вот такая. Mm-hmm. Что-то было невероятное, какая-то обстановка такая мистическая, радостная. Вдруг Света говорит, я бы назвала твою музыку словом, если бы было бы такое слово,
по-русски, вдохновизм. И вдруг у меня как вспышка в голове, говорю, ну, по-русски как-то не очень звучит, а вот если это английским словом обозначить вдохновение, inspiration, и, я говорю, ну, окончание «изм» добавляется, и вот получается «инспиризм». И вдруг это была такая вспышка, озарение, инсайт, и мы уже потом оттуда возвращались такие радостные и восторженные. Все-таки музыканты инопланетяне. Есть такое. Это люди очень своеобразные. Да, но сейчас в нашем мире нужно одновременно на двух ногах, так сказать, на двух стульях сидеть, быть инопланетянином, вытаскивать оттуда информацию, переводить людям ее, и с другой стороны быть земным, чтобы это все можно было духовно в реальность перевести, разбираться во всех этих нововведениях интернета, как людям максимально быстро донести и доступно. Поэтому приходится разбираться во всех этих технических возможностях новых, которые постоянно обновляются. Ну, у вас такой очень позитивный посыл. Вы хотите вдохновлять, воодушевлять. И, в общем-то, потребность у публики действительно есть. Ведь сколько сейчас депрессии, паники, сколько хаоса какого-то, неуверенности. А знаете, людям почему? Людям нужна подпитка, почему поддержка. Много хаоса? Сейчас все пытаются перетянуть одеяло на себя. Внимание самое важное для каждого. На себя внимание перетянуть. И проще как сделать? Ведь проще сломать, чем построить. Проще напугать, чем вызвать любовь. Это ведь проще. Вы включаете телевизор, вы слышите всегда тревожную музыку, всегда какие-то тревожные новости. И все это преувеличивается. Хайп везде, во всем. Везде кровь. В общем, все самое негативное. И самое печальное, что это собирает, поднимает рейтинги каналов, это притягивает, всё привлекает внимание, страх, и люди уже ждут этого. Страх как свежей какой-то крови, не знаю. Да, это страх — это одна из самых сильных эмоций. И очень легко эту эмоцию добиться с помощью страха. Но люди все равно устают от этого. Поэтому уже сейчас какая-то возникла потребность к тому, чтобы этот дисбаланс, ну, как-то... В общем, инспиризм направлен на то, чтобы не воевать с тьмой, а вот ночь, как она исчезает? Просто солнце восходит. И сейчас мы послушаем композицию под названием «Шишига». Вот, кстати, насчет шишиги, в продолжение разговора, что тьма уходит, когда появляется свет. Шишига – самое страшное мое произведение. Да? Имеется в виду образ. Но все равно это не страшно. Здесь скорее просто юмор, насмешка над каким-то ужасным существом. И, может быть, какая-то она такая сумасшедшая пьеса, она захотела что-то такое сочинить. Вы сознательно, то есть, уходите от каких-то депрессивных моментов, что ли? Я не сознательно, это само. Я просто чувствую, что это требуется. Я не специально ничего не делаю. Само идет, как хочется. Вот. Как же выразить тогда боль какую-то, боль свою внутреннюю? Боль тоже выражается, знаете. И в музыке, мне кажется, в моей боль тоже есть, но она... как бы задним планом идет. Вот знаете, как когда много всего переживешь, страданий, в общем, всяких
переживаний, когда душа истерзана, но потом, когда ее награждают счастьем, она это счастье оценивает намного выше и острее. Вот, вот я к этому стремлюсь. Я это не значит, что в моей музыке, если я пропагандирую, транслирую, как стараюсь транслировать позитив, это не значит, что моя музыка какая-то блаженная и просто какая-то о чем-то веселом и легком. Нет. Как раз все переживания и тяжелые как бы двойным дном там присутствуют, но в итоге все выводится на позитивный лад, то есть все в итоге как бы все хорошо. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Нет. А в остальном все хорошо. Это другой смысл. Мы увидим небо в алмазы, мы отдохнем. Ну, то есть, как бы, счастье со слезами на глазах. Вот может быть такое, да? А шишига — это просто юмор, может быть, даже черный юмор, но это все равно не негатив. Это скорее насмешка над негативом. Вот. А какая реакция была музыкального сообщества на вот это ваше явление нового направления? Музыкального сообщества? Да. Сейчас звонок у нас есть. Давайте послушаем тогда радиослушателя, потом вернемся. Здравствуйте, Наталья. Ага. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я не сначала начала слушать передачу, но так приятно слушать молодого композитора, молодого пианиста, что у нас в Самаре есть такой молодой человек, который, у которого так много позитива, но очень приятно. Я просто восхищена. Спасибо, Наталья, за теплые слова. И вам. Спасибо вам за такую передачу. Очень интересно слушать. Спасибо. Спасибо, Наталья. 926-18-33, если кто-то слышал о новом направлении, инспиризме. Или, может быть, что-то хочет узнать у нашего гостя, звоните, задавайте вопросы. Итак, мы возвращаемся к реакции музыкального сообщества на вот это вот довольно дерзкое заявление о новом каком-то стиле, таком авторском инсайте, да, как вы это называете. Ну, это заявление было сделано не по собственной, как сказать, инициативе изначально. То есть люди сами меня подталкивали на это. Покопаться в этом подробнее, объяснить словами. Очень сложно объяснить свой внутренний мир и музыку словами. Вот. Поэтому пришлось найти. Ну, реакция разная. Я знаю, что очень многие профессионалы из разных стран очень любят и ценят мою музыку и дают ее играть своим студентам, и сами ее играют, и концертирующие пианисты тоже ее играют, поэтому и высоко оценивают. Поэтому я не думаю, что все должны любить эту музыку. Ну, сравнивают с романтизмом, импрессионизмом, джазом, но в то же время отмечают новый подход. Да. В чем он заключен? Вот исключительно в идее, в какой-то внутреннем содержании. Ну, это все, конечно, в идее самое главное, да. Но в итоге это все отражается на музыкальном языке. Я очень много музыки слушаю разной, совершенно разной. И так как мы находимся сейчас в 21 веке, я слушаю абсолютно всю музыку, которая есть, самого высокого качества. И учусь тоже у других людей. Вот. И, соответственно, все параметры, из которых складывается музыка, я стараюсь максимально современно их использовать. Это и гармония, и мелодия, и ритмы современные. Вот. Но в то же время стараюсь это все перенести на старинный инструмент фортепиано, инструмент оркестра, о котором сейчас забыт он, о котором забыли люди практически, композиторы. Его вытеснил синтезатор.
Его синтезаторы, может быть, в конце 20 века, ну и компьютерные программы. И сейчас, даже если люди пишут для акустических инструментов, это скорее какие-то составы, ансамбли, оркестры, потому что хотят, как сказать, их влекут разные тембры, но а фортепиано забыт практически. То есть много на фортепиано, как сказать, нет такого большого количества репертуара, как раньше писалось. Я это ощутил, когда учился в училище еще, и в консерватории особенно. И не только я, и те, у кого я учился, тоже говорят, ну как-то уже это сколько можно, это только это и это из прошлых времен мы играем, это прекрасная музыка, а что современное? Да, вы отмечаете это тоже вот в своей концепции. Что... Да, что современное? Как негативную тенденцию. Я своих однокурсников видел и слышал, что они говорят. Ой, это современно сейчас играть, и это, ну, я не пойду на этот концерт, или там это мне нужно играть на зачете, я не хочу это играть, у меня душа к этому не лежит. В 20 веке просто произошли изменения такие серьезные, и в музыкальном плане, академической музыке тоже, в академической музыке, в общем, процесс пошел по пути разрушения. Вот. Ну, нужно было дойти до этого. Людям везде зайти нужно, везде все проверить, везде, все закоулки. Вот эти самые темные закоулки пройдены. Вот наша радиослушательница сказала, что хорошо, что в Самаре есть такой музыкант, но вы уже вышли за пределы Самары, и у вас даже были гастроли европейские. Да. Что это было? Расскажите о нас. Не так много времени остается. Ага. Ну, коротенечко. Было в Германии фестиваль Токарев Фест. Токарев, пианист, концертирующий пианист, известный, великолепный. Вот его фамилией назван этот фестиваль. Он меня пригласил там поучаствовать. Фестиваль был не только академической музыки, джаз, рок и поп там были. Вот там состоялась презентация стиля инспиризм вот, в Германии. Там у меня был сольный концерт. Также у нас были концерты в Греции. Вот. Там я познакомился с музыкантом-пианистом Дином Остроянисом, который, кстати, попросил меня написать аранжировку для скрипки фортепиано на тему Сиртаки. Его друг, автор этой музыки, Микис Теодоракис сочинил вот это вот Сиртаки, и Дина как бы подарил ему такой вот музыкальный, такую интересную композицию и исполнил для него. К сожалению, вот он недавно скончался, Микис Теодоракис. Но он услышал это как бы в новом звучании, свою музыку. И мне было интересно прикоснуться и к греческой культуре тоже. Мне вообще интересно все. А что с Японией вас связало? С Японией Токарев меня связал. У него жена Ая, японка. Когда он гастролировал в Японии, он познакомился с ней, и вот они поженились. И у них возникла идея создания на основе японских народных мелодий музыки, которая будет доступна для понимания и для игры всем людям Земли, ну, пианистам, и любителям, и концертирующим пианистам. То есть это мы создали 13 пьес концертных. Некоторые могут даже исполнять любители. Вот. Идея была в том, чтобы японскую культуру связать с западной, восточную культуру связать с западной, то есть японские мелодии, и сделать из них классический фортепианный пьес в классических жанрах через призму современности и русского менталитета. Вот очень такой, интересно. Вот такой интересный симбиоз. И, кстати, произошел. Это современно. Да. Вот это самый синтез как раз искусств. Да. И культур. Необычное, современное. И получилось так, что он мне это предложил на Рождество, на католическое. Меня эта идея очень сильно захватила. А я тогда сильно очень заболел. У меня был отит. И я очень плохо слышал, и у меня была температура, но вот эта вот творческая
идея невероятно меня захватила. Я работала за инструментом по 10 часов. И практически ничего не слышу. То есть, не слыша, всё-таки можно сочинять? Проверено на себе. Да, и этот период болезни как-то мимо меня прошел. Я был в музыке весь. И в итоге состоялось... Я вот сыграл эти сезоны сейчас в Москве, в Рахманинском зале, на Рахманинском рояле, на рояле Рахманинова. И некоторые пьесы сыграл здесь, вот недавно в Самаре тоже. Остается совсем прям немного времени. У нас есть еще композиции под названием «Ноктюрн». Одна в записи, одна с живого концерта, а вторая есть другая запись. Это одно и то же произведение? Да. Какое мы сейчас послушаем? Давайте с живого концерта попробуем. Концерта слушаем «Ноктюрн». Композитор, пианист, лауреат международных конкурсов по композиции Владимир Титов сегодня в нашей студии. Автор и исполнитель, в общем. Сегодня нашими гостями были пианист, композитор, лауреат международных конкурсов по композиции Владимир Титов и профессор кафедры фортепиано Самарского государственного института культуры Виталий Тимофеевич Семенов. Спасибо вам большое за этот разговор с Международным днем музыки. Всех вас и нас. Спасибо. Поздравляем наших радиослушателей. До встречи в музыкальной гостиной. Спасибо. До свидания. Музыкальная гостиная.